Распоряджением Гомельского облвыконкама предусмотрено додатковое финансирование для набытия сродков индивидуальной аховы и медицинского обсталявания для лечебных установ региона. У приватности размова идет об набытии аппаратов штучной вентиляции легких и кислородных ингаляторов. Финансовые расходы на борьбу с коронавирусом установами аховы здоровья в области ожитявляются в межах сродков, предусмотренных у бюджете на этот год. Разом с тем, уличивающие сучасную ситуацию, распоряджением облвыконкама выдаткова на 417 000 рублей для набытия дезинфицирующих сродков и сродков индивидуальной аховы для установ, которые оказывают допомогу пациентам с COVID-19 и контактам первого узровня. А проча того, отбылося переразмеркование некоторых інших артикулов расходов на набытие индивидуальных сродков аховы для інших больниц. По распоряжению Гомельского областного исполнительного комитета выделено 1 163 тысячи белорусских рублей на закупку медицинского оборудования, необходимого для учреждений здравоохранения. На сегодняшний день проходит процедура закупки 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, гемодинамических мониторов, аппаратов определения кислотно-щелочного состояния. Все это оборудование необходимо для оказания медицинской помощи. Также дополнительно выделено порядка 2 миллионов белорусских рублей на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения. Это и халаты защитные, и маски, и очки, и респираторы. Все то, что необходимо для того, чтобы защитить медицинских работников.